Женя, мы находимся в поселке Рыбачий. Это собственно, будем говорить так, если проще, между Судаком и Алуштой. Вообще, конечно, как бы поселочек такой интересный, своеобразный. Пляж здесь классический. Пляж такой же, как вот, скажем, допустим, можно увидеть в Дагомысе или в Сочи. Единственное, конечно, нету здесь волнорезов, так как это есть в вышеназванных местах. Вот. Ну, сейчас вот водичка просто великолепная. Людей довольно много, ну не сказать, что прям переполнение народа.